час, занесенным в рифу, с аккуратностью, чисто немецкой. Он на складе лежал, среди обуви, взрослой и детской. Его номер по книжке 3209. Обувь детская, ношенная, правый ботинок с заплаткой. Кто чинил его? Где? В Мелитополе? Кракове? Вене? Кто носил его? Владик или русская девочка Женя? Как попал он сюда, в этот склад, в этот список проклятый, под порядковый номер 3209? Неужели другой не нашлось в целом мире дороги, кроме той, по которой прошли эти детские ноги? В это страшное место не вешали, жгли и пытали, а потом хладнокровно одежду убитых считали. Здесь на всех языках о спасении пытались молиться чехи, греки, евреи, французы, австрийцы, бельгийцы. Здесь впитала земля запах тлена и пролитой крови сотен тысяч людей, разных наций и разных сословий. Час расплаты пришел, палачи и убийц на колени. Суд народов идет по кровавым следам преступлений. Среди многих улик этот детский ботинок с заплаткой, снятый Гитлером с жертвы 3209.